Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 21. Сколько секунд в одних сутках? Одни сутки равны 24 часам. В одном часе 60 минут. 24 умножим на 60, мы получим 6 на 4 – 24. 4 пишем 2 в уме. 6 на 2 – 12, плюс 2 – это 14. 1440 минут. 1440 минут мы умножим на 60, так как в одной минуте 60 секунд. 6 на 4 – 24, 4 пишем 2 в уме. 6 на 4 – 24, плюс 2 – это 26, 6 пишем 2 в уме. 6 на 1 – это 6, и плюс 2 будет 8. Сносим 2 нуля, записанных справа. Мы получаем 86400 секунд. Сколько секунд в одной неделе? В одних сутках? В неделе 7 суток. Мы знаем, что в одних сутках 86400 секунд. Поэтому мы 86400 должны умножить на 7, чтобы узнать, сколько секунд в одной неделе. 7 умножить на 4 будет 28. 8 пишем 2 в уме. 6 на 7 – 42, и плюс 2 – это 44. 4 пишем 4 в уме. 7 на 8 – 56, и плюс 4 будет 60. Сносим 2 нуля. Мы получаем 604800 секунд. Столько содержит одна неделя, которая состоит из 7 суток. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.